Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать очень легкий узор, который вяжется быстро и легко. Наши любимые паучки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 16 петель. Для примера нам надо набрать 36 воздушных петель. 36 воздушных петель, держим петельку и набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. От той петли, которую держали, мы отступаем 1. У нас получается назад мы отступили 6 петель. И в седьмую провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало первого ряда. Теперь нам надо чередовать. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу. Заходим во вторую и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу. Заходим во вторую и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная, пропускаем 1 петлю, заходим во вторую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем 1 петлю внизу, заходим во вторую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная и продолжаем до конца ряда вязать таким узором. Я провязала ряд до конца. Последний у нас столбик с накидом. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик пропускаем, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало второго ряда. 1 воздушная, заходим в следующий столбик, в третий получается, и провязываем столбик с накидом. 1. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и вяжем 5. И вяжем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. 1 оставили на крючке. Заходим в этот же столбик, не довязываем второй столбик. И в этот же столбик в третий заходим и не довязываем третий столбик. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. У нас получился пышный столбик из 3 столбиков с накидом. 5 воздушных петель. Пропускаем 2 столбика внизу. Заходим в третий. И провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик. Провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная, заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1. Мы с вами связали раппорт узора. Теперь мы все будем повторять. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика внизу. 1, 2. Заходим в третий и вяжем пышный столбик из 3 столбиков с накидом недовязанных. 1 столбик не довязали, оставили на крючке. 2 столбик не довязали, оставили на крючке. И 3 столбик не довязали, оставили на крючке. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий
и провязываем столбик с накидом. 1, 1 воздушная, заходим в следующий столбик по ходу вязания предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1, 1 воздушная. У нас есть 5 воздушных петель предыдущего ряда. Это у нас было начало ряда. Находим вторую петлю и провязываем в нее столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. У нас есть 3 столбика с накидом в предыдущем ряду. Мы заходим под арочку между первым и вторым столбиком и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало третьего ряда. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим в арочку между вторым и третьим столбиком и провязываем столбик с накидом. Далее мы заходим в столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Мы с вами провязали 4 столбика с накидом. 4 воздушные петли. 3, 4. Заходим в арочку перед пышным столбиком и провязываем столбик без накида. Теперь мы заходим в арочку после пышного столбика и провязываем еще один столбик без накида. Провязали 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. По ходу вязания у нас есть 3 столбика с накидом в предыдущем ряду. Нам надо в третьем ряду провязать 5 столбиков с накидом. Мы заходим в первый столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим между первым и вторым столбиком в арочку и провязываем столбик с накидом. Заходим во второй столбик в макушку и провязываем столбик с накидом. Заходим в арочку между вторым и третьим столбиком и провязываем столбик с накидом. Заходим в третий столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 5 столбиков с накидом. 4 воздушные петли. Заходим в арочку перед пышным столбиком предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 1. Заходим в арочку после пышного столбика и провязываем еще один столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим в арочку между вторым и первым столбиком и провязываем столбик с накидом. Третий столбик мы провязываем столбик предыдущего ряда. И еще 2 столбика нам надо провязать. Заходим в арочку, а 5 столбик мы провязываем во вторую петлю воздушной цепочки предыдущего ряда. Переворачиваем вот так. Воздушную цепочку, находим вторую петлю и провязываем столбик с накидом. Обязательно во вторую петлю, чтобы у нас был ровный край. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, а в 4 столбика с накидом предыдущего ряда мы провязываем 4 столбика с накидом четвертого ряда. 1. 2, 3, 4. Мы с вами связали 4 столбика с накидом. Столбик предыдущего ряда. Это у нас начало четвертого ряда. 4 воздушные петли. 2, 3, 4.
заходим в арочку. Вот у нас воздушная цепочка. Заходим в арочку и провязываем столбик без накида. Теперь у нас в предыдущем ряду есть 2 столбика без накида. Заходим между ними и провязываем столбик без накида. Теперь заходим в арочку и провязываем еще один столбик без накида. Провязали 4 воздушные петли. У нас есть 5 столбиков с накидом предыдущего ряда. Мы провязываем 5 столбиков с накидом столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 4 воздушные петли. Заходим в арочку, провязываем столбик без накида. Заходим между двумя столбиками без накида предыдущего ряда, провязываем столбик без накида. И в арочку еще один столбик без накида. 4 воздушные петли. У нас есть 4 столбика с накидом предыдущего ряда. Мы провязываем все 4 столбика с накидом столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4. 5 столбик мы вяжем в первую петлю воздушной цепочки. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первые 2 столбика мы пропускаем. 1, 2. Заходим в 3-й и вяжем столбик с накидом. 1. Это и есть начало 5-го ряда. 1 воздушная. Пропускаем 1 столбик. Заходим в последний, в 5-й. Провязываем столбик с накидом. 1. Провязали 5 воздушных петель. Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда и вяжем пышный столбик из 3 столбиков с накидом. 1 столбик не довязали, оставили на крючке. 2 столбик не довязали, оставили на крючке. И 3 столбик не довязали, оставили на крючке. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. У нас получился пышный столбик из 3 столбиков с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее у нас есть 5 столбиков с накидом предыдущего ряда. Нам надо связать 3 столбика с накидом. Мы заходим в первый столбик, провязываем столбик с накидом. 1, 1 воздушная. Пропускаем 1 столбик, заходим в 3-й. Провязываем столбик с накидом, 1 воздушная. 4 столбик пропускаем, заходим в 5-й и провязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда. Из него вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. 2, 3. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. 4 воздушные петли. 5, простите. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в первый столбик по ходу вязания и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Второй столбик пропускаем, заходим в 3-й и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И последний 3-й столбик мы провязываем в первую петлю подъема воздушной цепочки предыдущего ряда. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик пропускаем. Заходим во второй. И провязываем столбик с накидом. Это и есть начало 6-го ряда. 6-й ряд.
на схеме такой же, как и первый. Мы вяжем после того, как мы провязали столбик с накидом, 1 воздушная. Заходим в следующий столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. В арочку нам надо провязать столбик с накидом. 1 воздушная. И сюда же в арочку столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная. Заходим в пышный столбик и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Заходим в арочку, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И еще раз в арочку столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная. У нас есть 3 столбика с накидом предыдущего ряда. Мы провязываем столбик-столбик, как у нас и есть. Столбик с накидом, 1 воздушная. Заходим во второй столбик, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И в третий столбик. Столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная. Заходим в арочку, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И сюда же в эту арочку столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная. Заходим в макушку пышного столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в арочку, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И еще раз сюда столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Еще раз следующий столбик с накидом, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И во вторую петлю подъема мы провязываем еще один столбик с накидом. Мы с вами связали 6 ряд. Начало 7 ряда, 4 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем 7 ряд такой же, как и второй. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Схему я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!